Привет, ребята, во всем мире, с вами Аванкул Фири, и сегодня мы вместе с вами будем играть в очень интересную игру под названием Майнкрафт. Я вот только что зашел на сервер и вижу вот это. Вот, смотрите. Вот это. Он за мной уже носится очень долго, и я тут еще одного пацана видел. Где он тут? Где он? Блин, он вроде бы вышел. Это плохо? Или нет? Или он тут? А, ладно, какая разница. Так, идем на... Вот сюда вот. Я его принял в пати, того пацана, поэтому он должен быть где-то тут вот. Нет, не он. Это не он. Вот вроде бы. Вот, где он тут? Нет, его не пригласил. Вот он! Вот, я вот этого вот пацана пригласил. Он где-то 10 минут прыгал вокруг меня. Ну, вот так вот. И вот сейчас мы с ним будем в одной команде. Только я не знаю, что мы с ним там будем делать. Плохо, что он пишет по-английски. Ну, наверное, он и говорит по-английски. Ребята, вот игра уже запустилась, я тут лутаюсь, а тут пацан почему-то там стоит, я не понимаю, почему, что он не идет лутаться. Вот он просто стоит, а мы сейчас с вами берем кучу блоков и просто строимся на другую, чужую какую-нибудь команду, например, к красным. Какая разница, главное, чтобы мы их победили, вот прям со самого начала, это очень хорошо идти, потому что они не лутались, у них ничего не было. Ну, и потому что они кровать даже не успевают застроить. Так, там пацан. Зачем он туда прыгнул? А, у него же блоки есть. Ну, а мы сейчас, значит, пойдем дальше. На тех пацанов. Кровать уничтожена. Кто нам уже кровать успел сломать? Ребята, у меня, короче, пальцы запутались. Я не знал, что мне сначала отжать. У меня, короче, стояло влево, вправо и shift. Блин, это так странно было. Я просто запутался с пальцами. И нас уже убили. Так, следующую игру. Аквариум. Так, идем. Этот пацан, он, по идее, должен тянуться за нами. Вот он, ура! Ой, не так. Вроде бы это так пишется. Я точно не помню, но вроде бы да. Или хе. Да, все пишут хи, значит хи. Аквариум. Что же за аквариум-то такой? И эта карта аквариум называется? Да тут-то и аквариума нет. Блин, у него порванные джинсы. Он, наверное, катался на коленках по льду. Давай. О, да, я прям самый первый залутался. Он опять стоит и кого-то ждет. Я не понимаю его. Так. Вот нам бы на синих, но слишком уж далеко это. Ну, можно хотя бы попробовать. Что-то было. Ребят, вы видели, там кто-то ломал мне что-то? Так, быстренько строимся. Наш сейчас побежит им ломать кровать? Да? Нет. Да ну! Мы к ним уже построились! А, блин, у них там уже все защищено. Вот гады-то какие, а! Сейчас нужно будет купить топорик быстренько. Сколько он там? 10 стоит.
Он просто вяжется за мной. Ему больше нечего делать, ребята. Нате. Ой. Ура, мне помогли. Подарочек. Так, за подарочек я ничего сделать себе не могу. Значит, пойду и просто волью алмазики куда-нибудь. Вот. Куда же? Можно исцеляющий... Бассейн? Исцеляющий бассейн? А, все, я понял. То есть, когда мы ходим по нашей базе, то мы исцеляемся. Довольно хорошая штука. Я раньше просто не понимал, что она дает. Я вот только что в настройках где-то нашел. Что можно поставить на русский язык. И вот я поставил на русский язык. Ладно, играем еще раз. Пойду-ка я на ту карту, на которой я еще просто вот ни разу не играл, например, на эту. Так вот, на эту. Все, иду на нее. И, как всегда, мой друг летит со мной. Ага. Да, реально никогда не играл на этой карте. Но она выглядит прикольно. Эбанкул. О, как только я зашел, целая куча приходит. Ой-ой-ой. Да боже мой. Опа-оп, давай лутайся, самый первый лутайся. И прям бежим на центр. Такс, бежим прям на центр. Пацан, ну ты слишком медленно, давай лучше я. Не, он быстро умеет строиться. Так, давай, чтобы там никто не украл. Тогда мы возьмем, накопим себе изумрудиков и купим себе самые лучшие штоники в мире. А, мне кажется, что я играл на этой карте. И не один раз. И даже не ноль разов. Но там показано, что я на этой карте еще ни разу не играл. Странно. Оба, вот зеленые какие. Вот зеленые какие, а? Значит, взяли, забили на свою базу, и им больше ничего не надо. А мы этим воспользуемся. Оп, там бежит кто-то. Я прям заметил. Бежит сюда. Он прям начинает строиться туда. Да как? Да. Он умер? Да, он умер. Блин, вот тут пацан, он слишком страшный. В нашей команде еще никто не умер. Но нам сломали кровать. Так. Прыг. Вот было бы круто, вот если бы мы
прямо вот сейчас могли бы построиться на зеленых. Но нет же, вон он какой. Он хороший, такой себе взял, оделся. А если мы его атакуем сзади? А, не, он вообще туда сбежал. К себе на базу. Испугался меня. Так, у желтых, как я вижу, тоже нету кровать, но они все сидят на базе. Я бы на их месте бы... А кто стырил его? А, вот он у меня. Я бы на их месте, наоборот, шел бы на центр лутаться, брать хорошие вещи. А то, если к ним на базу придут, они без ничего, потому что как они там будут себе все прокачивать, если они же не ходят на центр? Их просто будет легко вынести. А с одного удара прям и все. Ну, не прям с одного, ну, с двух, там, с трех. Так. Правый клик, а там правый клик. Эй, левым и правым. Такс. Все. Уху-ху. Вау. Что это? Оба. Кажется, я знаю, где это можно применить. Ребят, если вы знаете, где это можно применить, обязательно ставьте этому видеоролику лайк. Можно сделать так. Пойти на базу к желтым и взорвать их. Довольно неплохая идея. Все, мы их взорвали. А теперь убегаем от них. Эй, ты сюда, ты куда мочишь моего друга? Ию! Фух. Вот как там просто забраться? Да тут Аид нужен, чтоб тут забраться. Так, спрыг, прыг, прыг, прыгай. Так, все, никого нету. Фух. И я остался один. Мой тот друг, которого я в пати приглашал, он ливнул. Кто-то там отправился в бездну. Так, слутаемся. О, тут чьи-то мечи. Да ну. Так, лук. Самый дешевенький, он стоит столько. Но зачем он мне? Если я не умею стрелять. Так, к нам кто-то бежит. Ребята. Опа, он бежит к нам. А мы сейчас сядем на shift, что типа мы тут упали. Нет, он все же решил, что он лучше побежит к себе. Ладненько. Но я один против них. Ну не. Как-то это слишком. Так, зачем мне столько много железа, золота, мечей? Ладно. Я знаю такой лайфхак, чтобы стрелять из лука. Берете, делайте самую вот такую вот, самую-самую маленькую. И по идее оно должно не как-то... Ой. Но оно ничего вот не видно, если вы так биться будете. Не, хотя оно так неудобно.
брат-то какой, а? Он по мне стрелять решил, а? Хотя можно пойти на желтых, но, блин, а, как-то страшно. Хотя, вполне реально на них пойти. Нет, это нереально. А хотя... Ничего себе, сколько много! Можно купить два эндерперла. Один к ним, а другой от них. То есть, например, если... Там будет... Ай! Это слишком трудно, я не могу это объяснить. То есть я сейчас телепортнусь к ним, побью их, останусь у них там, а потом, когда ко мне туда будет желтый какой-то, ну, какой-нибудь другой цвет бежать на желтых, тогда я прям через него вот так вот сверху пролечу. Неплохая идея. Отвали от меня! Все. И то есть это будет выглядеть как-то вот так вот. А, еще, ребят, если у вас есть эндерперлы, но вы падаете с карты, просто возьмите и закиньте эндерперл вверх. Потом он упадет вот сюда, вот куда-нибудь на карту, и вы просто туда телепортнетесь. Я так один раз даже выжил. Так, пока желтые не видят, сейчас быстренько пробегу. А то у них там лук есть. А то мне там сказали, что у них там лук есть. Ой, ой, ой. Вот как раз их лук. Убили. Блин, я не думал, что они такие агрессивные будут. Ладно, играем еще раз. Только нет, не тут, не тут, не тут. А вот. Вот тут вот. На Скайварсе поиграем. Давненько я уже на нем не играл. Хотя я на нем уже очень давно не играл. Еще тут вот магазин, 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 магазин. Нажмите, чтобы открыть. Ага, он стоит денег. Тут на Хайпикселе есть вот какой-то вот такие вот штуки. Типа рулетка. Нажимаешь, она крутится. И тебе что-то выпадает. Вот мне выпал арбузик. Только вот что он делает, я не понимаю. Можно покрутить еще раз? А, нет. Нельзя больше. Так, 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 так. Играть, играть, играть. Вот, все идут на соло. Вот прям все идут на соло. Ой, ледик. А я вот как один... Пойду... Лаборатория? Что? Тут надо побивать. Я хочу играть с напарником. Я хочу играть один. Нет, я хочу играть с напарником. Лайки-блок. Тут есть лайки-блоки? Как я раньше это не знал. Или нет? Нет, это не лайки-блоки. Ну ладно. Ребят, если вы знаете какую-нибудь карту с лайки-блоками... Или с голодными играми, обязательно пишите IP этого сервера. Потому что я еще ни разу не играл на лайки-блоках, там на голодных играх. Я вот люблю такое, там где ты бегаешь со сундуков или с лайки-блоков, собираешь всякую ерундовину, которая тебе может пригодиться.
А потом, это же ерундовина, сражаешься с другими там игроками, делаешь еще много всякой-всякой ерунды. Так. И... Давай. Все. Так, мы тут вдвоем. С чувачелой. Ой, куда это я? Мне надо наверх. Наверху тут много сундуков. Так вот как оно работает. Как их открывать? Так, то есть ставлю. Ага. И что с этим делать? Ага, значит вот оно как. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь их ломаю. Ну, в принципе, какая-то ерунда. Ой, по мне уже там стреляют. Оба. На. Ха-ха. Так, я одену это. На. Уху. На тебе. Ребят, как в это играть? Тут как-то странно все. Непонятно. Ну, на этом мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Дышь!